трогайте его. Там осталось чуть-чуть ему сказать два раза, и все. Слушай, кто меня трогает? Вот покажи мне здесь хоть одного человека. Уже все забились от тебя по дальним углам. Мы будем передавать в аренду земель... Ну, вот, ты понимаешь, скороговорки мне. Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Понимаешь, это на одном придыхании нужно говорить. Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Вот мы в городе, блядь. Можно в городе убрать. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Давай по новой, Миша. Все хуйня.